центре ботанического парка, конечно же, есть забор, который огораживает какую-то территорию. Непонятно, чего этот забор охраняет. Но вот свободный доступ в эту зону имеют овцы и козы, а люди нет. Огорожена-то эта вышка. Значит, на огороженной территории могут пастись только овцы. А я зашел в уголок, посвященный русской березке. Вот про нее тут стенд рассказано. И вот они тут несколько штук растут. На наши березки они почему-то не очень похожи. Без пятен. Ну вот растут. Ну вот и овца и зверь. Китайская белка скачет по деревьям. Сейчас я попытаюсь ее заснять. Вон она. Иди ко мне.